Победители определены. Несколько часов назад в конкурсе завершился конкурс «Учитель года 2020». Торжественная церемония подведения итогов состоялась сегодня, 21 февраля, в Центре досуга Нагорный. В номинации «Педагог дошкольного образования» победителем признана Елена Лебедихина, учитель-логопед школы номер 2, структурное подразделение «Детский сад». В новой номинации «Мужчина в образовании» участникам присуждено 2 вторых и 1 третье место. Лучшей командой профессионалов признаны педагоги школы номер 1, структурное подразделение «Детский сад». Победитель номинации «Учитель общего образования» Марина Кобелева из лицея номер 1. Абсолютного победителя решено не определять. Впереди у победителей конкурса краевой этап. Репортаж церемонии открытия смотрите во вторник в городе новостей.